люди играют в активные игры. Футбол, волейбол, потом бадминтон. В целом это хорошее времяпрепровождение, особенно если вы давно не виделись с друзьями, собраться на ханами, так вот полежать на травке, поспать. О, уже пьяные все здесь сидят. Вроде как студент или кто-то в этом духе. Кто-то вот на свидание приходит вдвоем. Собачек фотографируют, смотри. Троих. Блин, куча денег стоит такие собачки, если честно. На самом деле, очень дорогое удовольствие. Красиво, вид. Тут вот даже сверху деревья. Ну, тоже неплохой парк, скажем так. Конечно, Тачикао в этом плане парк побольше. Это там, где я снимал видео о фестивале цветов. Но в целом этот парк тоже заслуживает внимания. Я бы рекомендовал сюда заехать. Очень просторный, очень открытый, светлый парк. Деревья молодые. И народу не так много. Что очень хорошо. Хотя сейчас воскресенье, как бы, это не рабочий день. Я думаю, в рабочий день здесь будет еще меньше народу. Ну и, соответственно, конечно же, здесь нужно, скажем так, точнее, не нужно платить за вход. Значит, в Тачикаве нужно было платить за вход, здесь же не нужно платить за вход. Это очень удобно. Вот так вот красиво выглядит парк. Мы пойдем еще пройдемся по этой аллее. Посмотрим. Мы продолжаем. Ну, типичная японская семья. Мама, папа и три ребенка. Это и рис. Старое дерево сакуры. Очень интересно. Полиция. Что же полиция охраняет? Восемьдесят лет парку. Даже енот какой-то нарисован.
В этом году ему юбилей исполняется. 80 лет. Так вот выглядит. С другого входа парк. Здесь вот описание цветов сакуры. Также, если вы устали, в парке вы можете присесть вот на такие лавочки. Очень удобно. О, смотри, кролик. Прикольно. Бедняга. Поймали. Поймали крольчатину. Теперь мучает. Вон там. Вот что ты мужика нашла, чтобы кроликов покупать. Он пытается выбраться, но из этого рюкзака ему никак не выбраться. Все, ты попался. Вот так и живет всю жизнь. То в рюкзаке, то в клетке. Бедняга. Ну, хоть на прогулку выводит его, но я думаю, на привязи все равно у них. Не это сам не отпускают его. По свободные, скажем так, пробежки, а то убежит быстренько. И все, делов-то. Ну, все, он приуныл совсем. Внутри. Ну, хороший парк. Сейчас мы еще чуть отдохнем, пойдем наверх. Пробуем сейчас сверху снять. Падающие лепестки сакуры выглядят очень красиво. На фоне храма. Это небольшой такой храм. Находится внутри парка. Идет подъем наверх, как раз на эту дамбу. Оттуда будет хороший вид вниз на деревья. Здесь просят не носиться на велосипедах. Это специально для велосипедистов поставили, чтобы они подпрыгивали на этих трамплинах. Да, самое то погода для прогулок по парку. Тоже водичка. А это вот, кстати, вот эта чашечка, это сделано для животных. А на цепи, то есть наливаете воду, в эту чашку ставите, и животные домашние пьют, там кошка или собака.
И кролик кто у вас? А там вот туалет такой вот интересной формы, в виде звезды сверху, а снизу такие стены необычные. И беседка тоже такого же плана. Главное, не перепутайте. Пожалуйста, тут с собачкой отдыхает. Семья пришла выгулить собачку в парк. Самое главное, чтобы как бы за собой они убирали. Что во всех парках везде висят знаки, чтобы если вы выгуливаете собаку, пожалуйста, убирайте за ней. Это как бы японские правила. Во всех парках, даже на улице действует. Вот тут пишут, что запрещено разводить костры, жарить что-то на горелках, играть в гольф, вот, расставить тенты, чтобы собака там где-то гадила, мотоциклы, квадрокоптеры, также запрещены вертолеты всякие на пульт управления. И также, чтобы не бросали мусор и не курили. Пойдем. Вот здесь у них такой вот большой просторный, как сказать, поляна это. По карте видно вот эта поляна. И там с правой стороны будет это. Как раз это будет. Заранее извиняюсь за звук, то что шумоподавления на этом микрофоне нету. Скорее всего, будет немного задувать там слышно. Такая вот здесь набережная, можно сказать. И озерцо. Жалко, лодок нет, так бы можно было бы прокат взять, поплавать здесь, было бы классно на лодках. Но, к сожалению, лодок нет. Ну что ж, мы продолжаем. Вот такой вот вид открывается сверху. Единственное, из-за ветра, я думаю, там будет плохо слышно. С этой стороны вот у них вот такой вот залив, как озеро это, можно так сказать, и вот горы там. С той стороны находятся еще несколько парков, вот вдоль этого озера идут одни парки. В целом они очень красивые, если у вас есть желание времени, обязательно посетите, посмотрите. Также есть вот колесо обозрения, вы можете проехаться на нем и посмотреть округ, как это все выглядит со стороны. Ну, конечно, с высоты было бы классно заснять этот парк, где-нибудь там вот со стороны запустить коптер и поснимать, вот. Но при таком ветре как бы не очень хорошо получилось. Такие вот поезда маленькие, красивые. Вот, в принципе, и все. Такой вот парк Саяма. В общем, обязательно посетите, рекомендую.
Ну а с вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео.